Но я думаю, в представлении человек не нуждается. Друг программы «Головой об лёд» и один из лучших вратарей нашего чемпионата. Мы уже думали, все, он тренер, уже проводили ему ковер, подарили, грубо говоря, все, поздравили, а тут он теперь опять вернулся. Дим, с чем это связано? Не мог себе убить хоккеиста. Решил возобновить карьеру. Роман Юрьевич помог в этом вопросе. Ну, это как-то связано с желанием, наверное, все равно не только продлить свою карьеру, да, игротскую, но и возможность завоевать еще дополнительные трофеи, потому что Хумо сейчас на хорошем таком стрике, и, в принципе, я думаю, к плей-офф еще усилится и будет претендовать, да, на медали. Конечно, любой хоккеист хочет что-то выиграть в своей карьере, и как можно больше, естественно, я возвращался, чтобы что-то выиграть. Ну, команда, смотрю, у вас такая не слабенькая, заряженная. И плюс, я так понимаю, что и в мотивационном плане вас тоже заряжают нормально. То есть премии есть, нормально двигаетесь, нормально летаете, нормально кушаете. Да, условия шикарные в этой команде «Хумо». И подобран состав бойцовский, боевой. Там мы вот усилились перед поездкой, ребята новые подъехали. В общем, сейчас на подъеме пока. С Орланом какая-то есть недосказанность, ну, я имею в виду, или все нормально там на добрых, на позитиве? Ну, не договорились мы по жилью, и ребятам я сказал, что, ну, все-таки я не смог убить себе хоккеиста и заново буду играть. Ну, такая бытовая, то есть такая мелочь, просто не договорились по жилью и все? Ну, я имею в виду... Понимаешь, вот когда у тебя зарплата тренера и хоккеиста, она очень различается, и ты... когда еще должен платить со своего кармана за жилье, то есть с этой зарплаты, а в «Как читаю», как ты знаешь, там квартиры не дешевые, ну, я бы не вывез просто. Ну, понятно, это я сейчас говорю, это не к тебе вопрос, это вопрос, ну, как бы... Ну, вот так вот такие все-таки правила. Все-таки звали тебя, да. Делали на тебя ставку, и вот такая история. Ну, вот бывает так. Ну, а в Ташкенте все нормально? Кстати, вы живете как? Вы в гостинице живете, на базе или там снимают? Да, предоставляют гостиницу, там... питание, проживание, гостиница очень уютная, близко дворец, в пешей доступности. Про дворец вообще не молчу, там условия как в КХЛ, там раздевалка шикарнейшая, все супер. А кто самый крутой артист, который выступал на перед матчами Хумо, вот на вот этих превьюхах? Потому что я так смотрю, там такой шикарный подбор, там и «Не лето» поет у вас, и другие исполнители. Ну, я, ты кого запомнил? Я их не запоминал, нам не объявляли, честно, я не знаю, кто там поет. Какая-то рок-группа была последний раз, я помню. Ну, согласись, сейчас, да, для чемпионата Казахстана, когда еще перед матчами, да, такие концерты проходят. Ну, это шикарно, матчи. Там вообще просто, ну, такой ажиотаж устраивают прям на арене, на матчах прям. Ну, приятно играть. Что скажешь по ребятам? Вот там, я знаю, у вас в составе есть два представителя Узбекистана. Как они вообще? Ну, ничего, ребята способные, бьются, молодежь, доказывают. Есть куда стремиться, учатся. Очень интересные матчи были против Сарыарки, у вас дома причем, да, и это была как раз такая, знаешь, проверка для Хумо. Действительно настоящая, я думаю, одна из первых проверок в этом сезоне. В первом матче Хумо победил, вот во втором проиграл. При этом Сарыарка была без там группы своих лидеров. Действительно Сарыарка такая мощная? То есть вот как ты оцениваешь силы своей команды на фоне Сарыарки? Потому что, возможно, вам предстоит играть за золото. Ну, команда Сарыарка уже какой третий год показывает хороший хоккей, стабильный хоккей, завоевывает второй год подряд кубок. Очень сбалансированная команда, подобран состав. Ну, что по играм скажу, прошедшим дома. То есть игра была до ошибки, даже если мы 2-0 вели, это ни о чем не говорило. Вот мы ошиблись, и уже 2-2, там, через буквально минуту счет стал 2-2, и вот там уже вся игра была до ошибки, и также вторая проходила игра. Тут просто у нас такой момент, что немножко физически, наверное, тяжеловато по два матча играть. Ребята пришли все с высшей лиги, и там у них через день игры идут, и им тяжело сейчас пока спаренные матчи играть. Ну, возвращаясь к Орлану, для тебя матч против Орлана теперь будет особенно, ну, такие жаркие, особенно статусный? Нет, ничего особенного. Мы с тренерским штабом общаемся, дружим, как бы расстались на теплых отношениях, все нормально у нас. Мы рады видеть тебя вновь на льду спустя...
почти год, я думаю, да? Ну, чуть меньше. Да. Чуть меньше года, но все равно. Скажи о своем сейчас физическом состоянии, как себя чувствуешь? Да, чувствую себя нормально. Немножко, конечно, тяжеловато. Скорости другие. Нужно привыкать. Ну, дай бог, через игры буду добавлять. Первый матч сразу реально в Ташкент окунулся, в жару прям хоккейную казахстанскую. Как оценишь соперника сегодняшний матч? Опытные ребята показали, как нужно реализовывать моменты. Мы могли зацепиться. В первом периоде не забили свое, второй провалили период, ну и все на табло. Да, кстати, первый период практически героический 0-0, и вот потом. А ты можешь сказать, что конкретно пошло не так? Может быть, где-то, знаешь, есть момент, случайные шайбы залетели, или вратари как-то так, не знаю, вот что, как ты считаешь, повлияло на ход игры дальше? Да нет, все нормально было, контролировали игру, первая шайба курьезно залетела и пошло, поехало. В конце было несколько кулачных поединков, как их оцениваешь, кто в них победил? Да, равная борьба была, показали немножко зубы, нормально. Ну, я думаю, надо отдать должное болельщикам, все равно аплодировали, несмотря на счет и матч. Да, конечно, спасибо большое болельщикам. Чувствовали поддержку. Маленько не получилось сегодня. Завтра постараемся исправиться.